грустная и тревожная композиция о собаке, о ее печальной судьбе. Станислав, пока, наверное, отсутствует. Но я уверен, что нет, Станислав мой однополчанин. Вот. Под какими психотропными средствами удалось вам сочинить столь знаменательное произведение, находясь? Что? Южная мешалась и колонна. Годы 80-е, да? Вот после такого букета, как бы у людей рождаются вот такие вещи. Вам их оценивать. Thank you.
чье-то соло зиждется на фундаменте. Кто создает этот фундамент? Монументальные барабанщики и басисты. Дмитрий Данилов, барабанщик. Спасибо ему большое. Он оказывает нам посильную помощь. И, возможно, не будем торопить события. Он сам когда-нибудь сделает свой выбор. А можно выборы не делать, выбор не обязательно делать. Эдуард Месичук, бас-гитара. Вот вместе эти два человека позволяют вот этим двум молодым людям. Молодая была не молода, но вполне крепко. Совершать чудеса своей музыкальной мысли. Философская вещь, как бы, ну, она требует своего особого настроения. Будем думать о вашей реакции. По вашей реакции будем думать, играть нам ее, не играть. Хотя мы играем по настроению. А настроение у нас всегда хорошее. Следующая песня про моих любимых детей. У меня их двое. У многих из вас тоже есть дети. У некоторых даже внуки. Давайте им посвятим песню. Только 40 лет можно понять, кто такой твой ребенок, пожелать ему всего самого хорошего. Вот. Для нежной песни берем нежный акустический инструмент.
знаете, 30 мая в газете «Комсомольская правда», ну, смотрю, ну, обычно там, на передней обложке очень симпатичная девушка. Читаю, листаю. Ну и вот, как бы это состояние чтения, параллельно прожевывание пищи идет, то есть читаю. На северо-западе шли там с тренировки 3 молодых человека. К ним подваливают 20 молодых людей. Говорят: «Чё, пацаны, не той дорогой идете, товарищи, не в то время, не в том месте». Вот. Значит, начинают немножко их прессинговать. Ну, 3 молодых человек, один из них мог постоять и за себя, и за брата. Так получилось, что в его руках нож оказался, выхватил. Я все по статье, я не знаю. То есть разберется, как говорится, суд. А суд будет? Будет, разберется. Он выхватил нож и пару-тройку порезал хулиганов. Сейчас он на замке. Мать его как бы обращается к читателям «Комсомольской правды», там, к горожанам с просьбой. Как вы видите, самооборона, там, наверное, превышение там, необходимого и достаточного уровня. Но в этом ведь деле надо действительно разобраться, как бы, кто инициатор. Я думаю, может быть, если кто-то со мной разделит мою точку зрения, я решил высказать свою гражданскую позицию. Как бы, я не давлю на жалость, на слезу там. Мать воспитывает 2 вот как бы детей, один на замке. Она просит горожан, ну, во-первых, как бы откликнуться, как бы, и просто элементарно денег на адвоката, ведь, ну, там серьезно, говорят, порезал. Вот, я принял единоличное решение, ну, в меру своих скромных сил я сколько смогу, я пожертвую. Если кто-то из присутствующих в зале, я не хочу делать митинг, заметочки лежат вот здесь на колоночке, то есть, кому интересно, я раздам. На бар поставим коробку, по десяточке, по полтинничку, от доброго сердца. Я за справедливость, как все нормальные, то есть, чтобы в этом, ну, когда уже человек сидит на замке, то очень трудно, надо попытаться, чтобы адвокат как бы получше, что ли, вник. Следователь не хочет вникать. В общем, есть статья, просто почитайте и сами решите. Вот, вот и все. То есть, это, наверное, к следующей песне. Она, Эдик, у нас про наркотики, да? А, еще черный и белый. Ну, тоже можно как-нибудь приурочить черный и белый. Ну, в общем, вот такая история случилась в городе Челябинске. Я посчитал нужным помянуть это дело. Вот. Не угадал, порядок песен перепутал. Ну, сейчас немножко ракешник будет. Дымка подпустим для таинственности. Кто спец по дыму? Юрий, тебе уже пора специализироваться по дыму. Черный и белый, 86-й год, ежик в тумане, абсолютно верно. Миша, значит, на сцене какого-нибудь магнитогорского ДК. Ездил в магнитку? О, круто! Рок forever! Thank you.
этот мир. Две любимых, черный цвет и белый. Черный цвет мою любовь, черный цвет мою звезду. Yeah.
Достойно. Достойно. Сильно! Песня о наркотиках. Можно так всегда говорили. Она абсолютно не об этом. Но я помню в 80-х годах, как бы, вот, осторожные опять руководители комсомола. Ох, ребята, что-то у вас тут вот, не поймем, но что-то не то. Что-то вы какие-то непростые. Не нравится. А нам нравилось. Oh!
эмоций, чуть-чуть энергии. На концертах чаще всего, конечно, я говорю. Хочу спросить у моих уважаемых коллег, пообщаться, как? В книжки смотрите, книжки читаете? Нет, общаться йог. Нихт ферштейн. Ладно, немножко пообщаемся. Давайте в такую игру поиграем. Я первый кричу. Ау! А мои друзья, кто пришел на мой концерт, кричат «А-а-а!» и хлопают в ладоши. Так, поехали. Так. Раз, два, три. Мои друзья, где вы? Эстафету в игре продолжает. Давай, Миша, подкатывай сюда. О, надо готовить. Ладно, я за него крикну. Итак, Михаила, друзья, ну-ка покажите мощь. Ну что же, неплохо. Итак, дальше у нас идет Дима. Как солирующий инструмент, я должен о нем упомянуть. Вот. Дима, между прочим, все волновался, он говорит, раздвиньте шторы, чтобы меня было видно. И в итоге, видите, он где? Итак, а потом будет говорить, Диме, а шторы не раздвигали. Кто к нему пришел? Кто за Диму? Он тоже мудрый. Ага. Дима, ты выйди. А теперь Дима за Дима, барабанщик наш. Эдик, да ты массовик затейник. Ты победил, Игорь. Не получилось. Ну ладно. Не в этом ли дворце культуры тебе проходить стажировку? Да я еще унитаз могу чинить. Здорово. Молодец. Действительно молодец. Вот следующая песня. Мной горячо любима. Одна из немногих в мажоре. Одна из немногих легко, непринужденно и весело. Ну, название у нее дурацкое. Песенка о смерти. Но в ней присутствует вот вера в позитив, вот дурацкая, неоправданная. И стиль-то у нее такой какой-то попса голимая. Ну, нравится. Ну, вот так я к смерти. Продолжение следует...
Включите эти веселые фонарики, высветите Диму, сделайте ночь. Обороты, готовится ко сну, лиричные, эпичные композиции на прощание, напоследок, о вечном, о полете, о крыльях, о состоянии души, степь, да степь какую. Thank you.
здорово, что вы сегодня все собрались. Спасибо вам еще раз большое. Очень много людей помогало провести как бы этот концерт. Им большое спасибо. У нас есть задумка летом заняться как бы плотнее своей деятельностью. И с осени начать регулярнее. Даешь клуб? Будет какой-нибудь другой клуб. Это будет клуб для пожилых, одиноких пенсионеров. Таких несчастных, пришибленных. Большое спасибо. Я не буду просто перечислять. Очень много людей принимало участие в организации этого концерта. Попробуйте только уйти из этого клуба. Из этого ДК? Попробуйте только уйти. Бис! Прощальная наша душа, душа вольных людей. Песня. Давай в гору. Сейчас прощай. Сел.
прорывается с букетом. И, наверное, скажет пару слов, что ли. Песню. Она называется «Воспоминания». Yeah.
хорошее тешится на ночь. Вот вспоминания. Жертвы ругаются, крестятся, каются. Воспоминания. Остервеневшая вырвана ради. Воспоминания. Знание подлости, гнев и бессилие. Память сегодня вышла из берега и не находит места. Жалкая серая жизнь современника будто боится.